Право знать. В рамках Всероссийского дня правовой помощи детский омбудсмен Елена Сапаркина встретила с воспитанниками Чебоксарского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эй, ежик! Будем в одной команде! Елки-иголки! Каждый ребенок имеет право расти и развиваться физически и духовно, здоровым и нормальным путем в условиях свободы и сохранения достоинства. Мы дети. Как и герои мультика «Смешарики», эти дети только узнают свои права. В этом им помогают уполномоченные по правам человека, адвокаты, юристы и нотариусы. Все они как можно чаще стараются приходить к детям, оставшимся без родителей. Это мероприятие проводится с целью того, чтобы просветить наших детей, которые остались без попечения родителей, в правовых вопросах, подготовить их к взрослой жизни, к тем вопросам, с которыми они могут столкнуться в этой взрослой жизни, и чтобы они умели применять свои правовые знания. Особое внимание уделили социальным государственным гарантиям на образование, медицинское обслуживание и жилье. Студенты Чувашского госуниверситета вместе с детьми сыграли в тематическую игру «Азбука правоведения». Ребята разгадывали ребусы, отвечали на вопросы, моделировали ситуации. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Республика.